Три азербайджанских города впервые вошли в число членов, названных глобальной сетью обучающих городов ЮНЕСКО. В этом году к глобальной сети подключились 55 городов из 20 стран мира, в их числе азербайджанские Баку, Кянджа и Габала. Новые города-члены глобальной программы объявлялись в видеоформате. Отметим, что цель глобальной сети обучающих городов ЮНЕСКО – обмен опытом в сфере образования между городами-членами, поддержка процесса развития городов по обучению, пропаганда инклюзивности, процветания и устойчивого развития, повышение качества образования. Деятельность глобальной сети координируется Институтом по пожизненному образованию ЮНЕСКО, расположенным в немецком городе Гамбург.